У меня тут друг. Там у меня немного барахла стоит, но я его вытащу. Вот так он полностью целый. Все крышки, все целое, никаких сколов. В принципе, ну практически как новый, не считая наклеек. И, ну, царапки это, которые просто при перевозке, когда переезжали с места на место, кучу барахла перевозили.